Прогуляться по улицам Сарова под шелест пестрой листвы, пополнить копилку литературных и исторических фактов предлагают читателям сотрудники детской библиотеки. Крывеческая игра «Путешествие с Пушкиным по городу» в рамках грантового проекта «Это твой город, это мой город» даст старт насыщенной программе «Каникул. Осенние переменки». Ее реализуют с 28 октября по 2 ноября. У нас сложилась такая замечательная традиция, что практически каждые каникулы мы обязательно проводим концертную программу вместе с нашими не просто даже партнерами, а друзьями детской школы искусств. И в этот раз у нас будет тоже мероприятие, которое мы назвали «Громче музыка играй, детвору к нам собирай». Название, наверное, совсем не случайно, потому что мы понимаем, что как только в афише появляется мероприятие с ДШИ, эти мероприятия собирают у нас полный зал. Привлечь внимание маленьких саровчан организаторы постараются и шуточными мероприятиями, вроде занимательной анатомики со скелетом Василием или проделки-находилки, где дети узнают больше о богатстве родного языка. Это мероприятие мы хотим превратить в такую бродилку по библиотеке, и все, кто примет в ней участие, вот как мы сейчас, по крайней мере, предполагаем, станут участниками нашей вот такой вот каникулярной лотереи. То есть здесь будут предполагаться еще и небольшие подарочки нашим самым активным участникам. Никуда и без осенних уютных кинопросмотров посетителям покажут историю о девочке и собаке, которые вместе меняют мир. Завершением каникул станет погружение в историю «Мы героями гордимся» в День народного единства. Эта дата особенная тоже такая, вот она важна для русских людей, и, конечно, мы стараемся об этом детям рассказать. Но понимаем прекрасно, что если просто рассказывать историю этого праздника, может быть, сегодня, ну, дети, которые приходят на мероприятие, это не самая интересная тема для них, потому что все-таки это серьезные такие события. Самое главное – показать детям, что в единстве силы русского народа, именно когда мы объединяемся, нам интересно заниматься самыми разными делами, и любое сложное дело нам окажется по плечу. События в рамках осенних каникул будут проходить не только в Центральной детской библиотеке на улице Герцена, но и в структурных подразделениях на проспекте Мазурукова и улице Силкина. Подробнее ознакомиться с программами мероприятий можно в группе ВКонтакте «Решетка Пушкинка, _ Саров». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.